Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 166 под пунктом 1. Нам нужно решить с вами задачу, и давайте для начала запишем краткое условие. От туристического лагеря до города 84 километра. Турист ехал на велосипеде из лагеря в город со скоростью 12 км в час, а возвращался по той же дороге со скоростью 14 км в час. Так и обозначим в кратком условии. У нас была дорога из лагеря в город и из города в лагерь. В первом случае скорость была 12 км в час, а во втором 14 км в час. И в первом и втором случае турист преодолел одно и то же расстояние 84 км и здесь 84 км. Сколько он затратил времени на дорогу из лагеря в город, неизвестно, и сколько из города в лагерь, тоже неизвестно. И нам нужно выяснить, на какой путь турист затратил больше времени и на сколько часов. Ну, сразу, глядя на условия задачи, можно сказать, что из лагеря в город турист ехал дольше, чем из города в лагерь, потому что в первом случае у нас скорость меньше, а расстояние и там, и там одно и то же. Поэтому вопрос, поставленный в условии задачи, в кратком условии, мы обозначим так. Ну, так как мы уже сказали, что в первом случае время будет больше, то и напишем, что нам нужно выяснить, на сколько часов в первом случае было затрачено больше, чем во втором. И задачу будем решать по действиям. Первым действием можно найти время, которое турист затратил для преодоления расстояния из лагеря в город. Тут нам известно и расстояние, и скорость, а чтобы найти время, нужно расстояние разделить на скорость. То есть 84 нужно разделить на 12. И 84 разделить на 12 будет 7. То есть 7 часов турист затратил на дорогу из лагеря в город. Таким же образом найдем, какое время турист затратил на дорогу из города в лагерь. Для этого 84 нам нужно разделить на 14. Получаем 6. 6 часов – это время, которое турист затратил на дорогу из города в лагерь. Ну и как я говорила в самом начале, время, которое турист затратил на дорогу из лагеря в город, больше, чем время, которое турист затратил на дорогу из города в лагерь. И давайте найдем разницу во времени. Для этого нужно из 7 вычесть 6 и получаем на 1 час турист затратил больше времени на дорогу из лагеря в город, чем на обратную дорогу. Ответили на вопрос задачи, поэтому пишем слово «ответ». Вопроса у нас было два. Во-первых, на какой путь турист затратил больше времени? И отвечаем на этот вопрос. На дорогу из лагеря в город турист затратил больше времени. И второй вопрос. На сколько часов? Поэтому общий ответ на эти два вопроса можно дать. На 1 час турист затратил больше времени на дорогу из лагеря в город. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. И вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.